Три. Всем привет! Всем привет! И мы снова с вами. Привет, блин. Можно помолчать? Мы не до стримеры, народ простой. Стоп, что это? Чи? Блин, я скоро помру. А это это? А, сюда мне меня поднять надо. Скоро. Уже скоро. Это не как, надо как это трогать. Якорь, да? Но у нас это уже так-то якорь. Большой. А что там на острове еще что-то есть? Деревья еще есть? Нет. Нет, ты все вырубил. Да. Улица. О, ходи сюда. Волен ждет спасения. Дайте пластика. Пластик, но у меня его нету, к сожалению. Ура! Ну что, уплываем? Ну да. Давай. Ладно, я один арбуз лучше оставлю, там можно посадить когда-нибудь. Можно съесть когда-нибудь. Я так подумаю. Но можешь съесть, если хочешь. Ладно. О, чертежи туда можно. Толик поставил. Ну-ка, дай туда чертеж. А в смысле изучено? В смысле изучено? Не понял. Ой. Может, пару сделаем? А. У нас есть 19 листвы. Лучше пару снова. Надо побольше плод, наверное, для листвы. У нас так нормальный плод для парус. Хотя хуй знает. Так о чем сейчас можем делать? Ласты можем делать, наголенники. Доспехи. Пустая бутылка. О, бутылка хорошая вещь достаточно. Блин. Да, достаточно хорошая вещь, между прочим. Да-да-да, что-то знакомое. Подними меня, кстати, сейчас. А что у тебя? Я сейчас упаду. О, ура. Спи давай, бля. Спи, бля. Да, нормально. Отво бомбочек. Бомбочек. Мне пластик так. Нужен. Мне тоже. Я охоту лучше. Я собираюсь хранилище сделать. Ух ты, ты шо, этот? Чё? Да она к нам птица прилетела и начала клевать. Растение наше. Вон, собирай пластик, блядь. У нас с пластиком всегда проблемы какие-то. Холодно, блядь. Холодно, точно. Не берешь? Вот там, кстати, две бочки еще плывет, по-моему. Да. А у меня копье кончилось. Хана. Гнида, он это знал. Это что? В смысле? Да просто деревянное копье откуда-то взялось тут. Тебе места что-то не хватало? О, ящик. Все, я сделал деревянное копье, чтобы был вопрос. Там 4 бочки, может туда? О, там еще остров слева. Там 4 бочки, гоу. Грибите кто-то, у кого не слышит. А, хотя мы на них плывем вроде. Андрей, слева остров.
Не-не-не-не-не-не-не, подожди. Подожди, давай бочки сейчас заберем. Да-да-да-да-да. Четыре бочки не просто так валяются. Я бы тоже не сплавать. Я так и сделал. Зря. Почему? Спасибо. Зря плыву. Чё, как тебе, голову не откусило? Не-не. Далеко. Андрей, иди еще плыви. Алло. Да-да. Он замутился? Я не справляюсь, сделайте еще тоже весло. Ладно, я голодаю. Мы тут все голодаем. Никуда еще не растет. Да, зато картошка выросла. Блево, семечко. Оно нам нужно? Оно плохо. Я умираю. Не Нет. надо, не умирай. Спасибо, не буду. Так, Точно. Надо это. Ты пока греби, я пока это сделаю. Одноразовый. Камень. Камень. Это что поднимите? Так. Давай быстрее. Ну я пытаюсь. Я вообще грибу в деревяшку. Так, греби, греби. Греби. Все. Все, половины весла нету. Я есть хочу. Один камень есть? Да. Ананасы. Дайте один камень. Зачем? Топор сделать. На, держи. Кокосы, неплохо. Это нельзя, жалко. Кокосы. Чунга-чанга. А манго, где выращивают на большие грядки? Маленькая, средняя, большая грядка. Звучит логично. Ой, мне воды надо. Сейчас меня поднимать будешь. Меня вкусно держит. Скоро я умру, передаю тебе все свое наследство. А это чё выкинули? Медь. Вы шо медь не подвинете? Она у меня не влезет. Тут чья-то готова картошка. Она так меня маленькая. Я не могу ее есть, я и так умру. Мне вода нужна. Так налей. Блин, у меня нет. Меня нету. Она, кстати, побитая жизнь заходит. Гоя резнусь и пойдем акулу. Вон, Е нажми. Ничего. Ладно. Вот он наш урожайчик. Да вообще богатый скоро будем. Надо побольше сделать грядок. Берёвка. Так, мне нужно копье, наверное, сделать еще. Чё? Иду. Хочу спать. Ну поспи. Спасибо. Дело. О, урожай.
А вы остров весь залутали? Ну вроде. Ну, вроде да. Надо это. Нет, подожди, не отстреляйте. А деревья добыть, не? А так мы добыли? Добыли, да. Это тут по берегу можно походить, медь подобывать. Да, так и сделаем. И камни. А, ну не кусай меня. Акула сраная. Там акула злющая. О, металл. Чё, вы хотите сказать, что тут нет морской капусты? Ой, ёп! Акула? Голову замочим? Я плыву, она прямо мне в лицо выплывает. Мне тоже. Вот только что. И самое главное, не укусила. Она как-то сквозь меня проплыла. А меня укусила. А я, видимо, за мной плыла. Будь замочен. Все, опять еды нету. А как дамаг посмотреть? Типа, если будет... Типа, там будет показываться или так? Ну, дамаг. Дамаг? Ага. Ну, сколько я нанес? По идее, должен показываться. Ну, вроде все, больше ничего нету. На этом островке. Я хочу заводить акулу. Ну, столько мяса. Это надо наживку для акулы сначала, по идее. Там можно скрафтить. А так нельзя? Я не знаю. Но тут наживка для акулы есть. Ну, это я знаю. Это нужно поймать сырого морского леща, две штуки. И это сырую нам... сельдь. Это нам рыбачить надо. Капец, у нас картошки теперь. Аж складывает. Наконец-то не будем голодать. Долой голод. Вон, кушайте. А, я скушаю. Я есть хочу. Я хочу. Тут, по-моему, лук был. Нет, не было. Ладно, отплываем. Давай. Я хочу громадный пост сделать, потом буду. Поэтому я еще буду этим заниматься. Кто ловить? Может, лучше второй этаж начнешь делать? Сразу? Начну, да, конечно. Майя. А, да? Не отдам. Надо пробовать удочку сделать. Эй, идите сюда. Надо починить. Да, именно. А. У меня дерево нет, починить. Уже починили? Там 90%. Так, второй этаж... Чего лес сделать? Плод. Где? Очень огромный. Нет. Бля, мы столько булочек, блядь, упускаем. Да фак. Блин, ящик хороший упустили. Да, и три бочки. Причем точно мы на них плыли. Да, блядь. Весло сломалось. Кто-то хочет манго? Весло сломалось. Надо? У меня одно осталось. Да, блядь. Ну ты байтер, блядь. Может, поплывем туда, не?
Так плывем, блядь. Я не знаю, что мы с тобой. У меня нету досок. Собирай пока я этот... Я вообще опять умру. Я хочу пить. Будешь арбуз? Я арбуз. Да, дай. А манго не захотел брать, угадина. Извини, я только сейчас ездил. Я скоро весло сломается еще. Так, на заметочку. Кто? Дайте еды. Где арбуз? Или манго? Где арбуз? Жить, где арбуз? А, вот. Охуенно. У меня весло сломалось. Там ледяной остров. Два пластика дайте. А, ты уже там? Фига ты быстрый. Я сейчас акула съест. Жалко тебя. Он утонул, по-моему. Андрей, ты живой? Половина хп есть. Чё, куда лестницу поставить? Вот по лестнице. Я, Андрей сказал второй этаж делать. Я буду делать. Я ещё умру. Вы отдаляйтесь. Нас она меня сейчас ест. А, фух, повезло на меня. Кстати, там, если в определенный момент прыгнуть, когда она к тебе подходит, ты этот, ее задефаешь. Там три бочки, гребите туда. Я просто буду второй этаж ударить. Мне надо дерево. Есть дерево? Дайте дерево. Сколько тебе надо? Так, сколько угодно, дай. На 4. Благодарен. Сейчас лестница будет, чекай. Сюда ее ставить? Как она будет? Как она будет? А ее можно будет как-то убрать, что ли? Как думаете? А если ее вот на этом поставлю, нормально будет? А, блин, у меня сломалось. Эй. Андрей. Чекай, если я сюда поставлю лестницу, нормально будет? Ну вот, на этих блоках. Наверное. Чекай. Че? Только лестница на воду, но это просто. Сам или нету. То где, где? Чего именно? Это пластика много было. А-а-а. Пластик это хорошо. Да, 4 штуки пиздорос. Там впереди остров есть что. Теперь мне дерево надо. Сколько дерева есть около? А на весло мне? А, мне на весло хватает, нормально. Просто хочу воду строить, чтобы типа. Ну вот уже. Еды вообще нет. Еды вообще нет, да?
Да вон пожарилось. Я сейчас понял, пеньки очень хуево просто. А я все равно достал вот это, типа... Это можно убрать? Топором. Сломать? А детали вернуться? Не знаю. Да. Да? Дай. Чего вы там учите? Да я хочу обратно. Открою тебе гвозди. Я их сам сделал. Ну, сможешь, ты делал? Да. А. Прочная лестница, обычная лестница. Блин, сломай опять, пожалуйста. И а у вас большая лестница? Двухметровая какая-то происходит. Это обычная лестница. Откуда был? Это я видел. А, а тут скат. А где наша акула? Мы обходу акулу убили. Потому что за нами теперь не акула, а скат плавает. Жалко акулу. А, акула и скат. Всё, вот так вот. А, акула и скат плавает. Аскат, это... он же вроде добрый, нет? Нет. Блин. Но он типа, по-моему... Он хвостом хрячет только хуй. О! Блин, дождевую воду бы собрать. Но он, по-моему, не агрессивный, если только не напасть на ската. Он агрессию проявляет. Я подойду. У меня 6 картошек вижу. Как ты вовремя? Еще умру. А там большой остров какой-то. Там готовится еще. Уже. Ну уже поздно. Если я съем, я не смысл. Кстати, можно парус попробовать сделать. О, мы четко на остров едем. Но он какой-то громадный прям. Поднимите. Поднимите. Меня тоже, кстати, поднять надо. А как? Ну сейчас подожди, пока это. Вот и все. В одно время улеглись. Тут картошка еще готовая. Вовремя. Или не готовая. А, нет, не готовы. Теперь готовы. Ебать, всего дали. Так, надо тогда этот поставить. Две доски нужны и камень. Дайте две доски. Срочно. Две доски. Срочно, а то мы сейчас проплывем. На. Две доски? Как их разделить? На shift? Эй, ну-ка иди отсюда. Как разделить? Я не знаю. Да, короче, так будем ходить. Все. На остров. Угу. На острове безумия нету ни души. Прям вообще? Угу. Это хорошо. Зачем еще эти цветочки собираюсь, из них только красители делать? У нас только что еду украла. Блять, хуйня. Птичка. А, иди сюда, иди сюда. Вот здесь подбери. Я с меня выпал. Гвоздики. Тут этот был. Тут этот был. А, у меня уже все. Тоже с меня все падает. Да будьте дерево. Мы это и делаем, в принципе. Благодарен. Мне очень нужно дерево. Я уже второй этаж начал строить. Не знаю, нормально. Что за столб? По-моему, это называется кова. Ладно.
дом. Я не на атаку. Для меня это столб. Что-то как-то тут не густо, либо Андрей уже все собрал. Да. Так, а у вас есть эти хлам? У кого-то 100% есть. Был. А, все, нашел. Да, все, уже тут ничего больше нету. Вон, чекай, Андрей. Второй этаж нам слита. Нормально получается. Как вам? А у меня посылку, кстати, какую-то дали еще. Дайте дерево. Дерево. Да я тут это, в этот сложил. О, один из. Хоть много. Поехали. Будет ли так работать, что проект? А, блять. Андрей, можешь вот эти две палки сломать? Вот эту вот? Какую? Вот эту вот, на которую я смотрю. Которая параллельная. Вот какую? Эту вот. Вот эту вот. Можешь детали мне... А, блядь, она держала, ладно, похуй. Сейчас сделаем. Я думал, она просто не держит. Все, отлично. А гвозди? Че вы тут хотите сделать? Гвозди я тебе скину. Три всего, ладно. Там, видимо, не все отдается. А если тут заборчик поставить? Это потом. Ладно. Подумаешь. Кстати, походу воду вот эту убирать придется. Или нет? Я изучил металл. А, так надо чё, типа... Так, я понял, что надо делать. Изучено, роза. Да. А, да ты хорош. Кому дарить будем? У меня гвоздей нет. Могу тебе два гвоздя дать. Да, давай. Ты их подобрал откуда-то. Я думаю, ты гвозди забрал. Можете перенести вот это вот? Что? Ну, вот это вот туда, может? А тут я просто сделал это. Вот так. Ой. Ты что, укреплённый сделал? Да, случайно, по. Она вроде что там, немного дороже. Ну да, немного прям. Урожай не полит. Га, уже приноровился тут, смотрю. Кто? Ты. Кто еще там? Мой лук. Эй, ковали. О, маку уёбнули. Нормально. Че с ним выпало? Два сырое, вот это вот на. Акулье мясо. О, нормально. Неплох. Норм. У меня теперь только сверху и снизу. Подожди, дай этот. У нас дерево кончилось. Подожди, дай на превьюху поставлю. Подожди. Дерево? У меня 6. О, нормально. Ну, ладно, я понял, в чем прикол.
Рафта. Ну, типа прикольная игруха, мне понравилось. Не слишком ли? А, ну, в принципе, норм. Стены были еще только. Угу. Потом. У меня дерева нет. Кстати, мы еще даже до сюжетки не дошли. Да? Где она вообще? Да, я не знаю, где она. Ну-ка, а чё она ты на книжке? Найденные предметы. Ты искатель приключений. Плот твой дом, крюк твой друг. Если плот сломался, почини. Если крюк потерялся, сделай новый. Андрей, знаешь, как я хотел сделать? Я хотел на втором этаже. Если видишь перед собой бесконечную синеву, значит смотришь невнимательно. Если у тебя есть ненужные ресурсы, ты можешь смастерить что угодно. Следи за радиосигналами, если что-то издает сигнал, значит оно есть. А, я понял. Нужно этот радиопередатчик. Ну, нет, не передатчик, радиосигнал. Как это называется-то? Надо найти, короче, там данж. Типа данж. Да? Ты это имеешь в виду? Ну, в общем, блин, нужно построить одну фигню, которая показывает сигнал на радаре. Надо уже отплывать. Поднимите меня еще скоро. Поднимите. Нет, ты первый, не ты последний звук. А где? А кровать-то где? Ну, в общем, чтобы сюжетку открыть, надо... Атаку, чё? Кровать надо. А, кровать скоммунизили. Там жил в кровать сама. В смысле, я? У меня... Сейчас. Его не хватает. На, лови. О, баха дай. Кто-то из вас кровать убрал, а я не ломал. Или я. А, похуй. Так, ну что, давайте заканчиваем. Адиоса. 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 Всем буль-буль.